трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин, водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Почти 2 миллиона российских автолюбителей в прошлом году были оштрафованы за отсутствие полиса ОСАГО, информирует «Коммерсант». Еще 650 тысяч попались на том, что автогражданка просрочена или в нее не вписан водитель, находящийся за рулем. Причина столь массового отказа от обязательной автостраховки одна, говорят специалисты. Ее дороговизна. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость полиса ОСАГО в 2016 году превысила 6 тысяч рублей. Трасса 101. 480 тысяч автоаварий в 2016 году водители оформили самостоятельно, без участия сотрудников ДПС. Эта цифра почти в два раза больше той, что было годом ранее, сообщил Российский союз автостраховщиков. Руководитель организации Игорь Юргенс считает, что такой прирост говорит о повышении доверия автомобилистов к Европротоколу. Добавлю, что в нынешнем году ГИБДД собирается активно продвигать самостоятельное оформление ДТП в массы. Ставится задача довести число таких процедур до 50% от общего количество аварий. Трасса 101. Правительство страны не определилось с датой повышения тарифа для большегрузов за проезд по трассам федерального значения. Ранее в СМИ сообщалось, что это произойдет либо в феврале, либо в апреле. Насколько будет увеличен тариф, тоже не ясно. Некоторые эксперты утверждают, что он подпрыгнет в два раза до 3 рублей 6 копеек за километр. Эта сумма, напомню, планировалась в системе «Платон» изначально. Но затем власти, ввиду массовых протестов дальнобойщиков, ввели льготные расценки, действующие и сейчас. На автомобильных парковках в Москве могут появиться места для беременных женщин-водителей и молодых мамочек. С такой инициативой выступила один из депутатов столичной думы. По ее словам, эти стояночные места надо организовать в первую очередь у поликлиник, больниц, школ, аптек и магазинов. Какой разметкой обозначать парковку для дам в положении, какое наказание будет грозить, предположим, симулирующим беременность, а также всем мужчинам-водителям за выбор данного места, неизвестно. Добавлю, что во многих странах существуют парковки для женщин. Они, как правило, красятся розовым цветом. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.